Блин, там какой стрелец. Смотри, какой там граффити. Нет, ну да. О, смотрите, мы здесь сидим. Эй, ты, кабабра. Где успех? Грамм и шук. Подъем на канатку занимает минут 5 всего, но отстоять в очереди на нее минут 30-40 в самый прайм-тайм. Стоимость 360 рублей туда-обратно для взрослого. Воскресенье, 18 сентября 22 года. Тут наверху прохладно немного. Дня самое то. Днем сегодня было, наверное, градусов 35. Та территория, где сегодня успели побывать. Вон там Эльбрус. Я думаю, днем здесь можно даже разглядеть и аэропорт. А вон там, по-моему, пожар или что-то такое. Все, уже стемнело, пора спускаться. Кстати говоря, канатная дорога работает до 8, и поэтому, если тут на горе сильно загулять, то придется спускаться пешком. А это 5 километров где-то, как пишут, по асфальтированной дороге. Так что, в принципе, в целом ничего страшного. Для тех, кто любит гулять по горам пешком. Кабинки 84-го года, но говорят, уже куплены новые и скоро их заменят.